Друзья, всем здравствуйте! Сегодня у нас будет продолжение прохождения замечательной, восхитительной, потрясающей игры Stray. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Наиграли мы уже 4 часа. Наливайте себе кофеек, наливайте себе чаек, что вы любите, а лучше чаек, чаек полезнее. Какой-нибудь травяной, вкусный, классный, с кошачьей мятой. Поехали! На чем мы остановились, друзья? Мы с вами покинули первую локацию. И появились, можно сказать, вот второй основной локации. Я так понимаю, вокруг нее будет происходить все события. Мы узнали то, что робот, который летает и помогает нам, это ранее профессор был. И теперь он переместил свое сознание в этого робота. И оказывается, вот мы теперь бегаем с... И возможно вообще, что люди все загрузили свое сознание в роботов и пытаются как-то так выживать в этом мире с этими какими-то микробами, которые жрут все подряд. Вокруг свалка, и мы сейчас в рабовейнике. Он как муравейник, только рабовейник. Я бы хотел опросить тех ребят, которые были внизу, потому что вот этот вот робот, который сейчас на спине, он расстроился, что такая вот участь, да, его постигла, что он ранее был человеком, а теперь роботом, и что он забыл, а что он помнит. У него очень много вопросов, он в недоумении и не мог нам ничем помочь, никак с нами пообщаться, поэтому... Мы пойдем с вами. Пойдем с вами попробуем поболтать с ребятами. Робот нам будет помогать переводить. Успокаивающий звук падающего мусора, блестящий водопад, никакой опасности. Блаженное место, чтобы поработать над стихами. Вот послушай. Блин, такое ощущение, что реально это люди загрузили свое сознание в этих роботов. О, могучий бетон, в своем чреве меня укрывший. Будешь ли ты и могилой, меня погубившей? Думаешь, это слишком торжественно? Очень торжественно вообще. Так, очень громко, да, ребят? Сейчас, секундочку. Здесь мы сделаем потише. И давайте, наверное, еще я у себя сделаю потише немножко. Это очень-очень громко. Так. Блин, все еще очень громко. Давайте здесь в настройках самого аудио потрогаем... Общая громкость снизим, наверное, где-то так. Сохранить, да. Да, думаю, так меня устроит. Так, хорошо. Хорошо, здесь у нас поэт. Понятно. Специально для котиков здесь сделали вот такую вот возможность перемещаться. Познакомиться. Электрические зурки везде. Какие электрические зурки? Так, а что хочет мой друг? Наше следующее приключение — подняться в Мидтаун. Да, дружище, я понял, но я хочу здесь пообщаться с ними. Ты вот это еще не запомнил, давай запоминай. Довольный? Это язык робота-компаньона, создали его с нуля, удивительно. Я помню, как это происходило, когда я был в сети. Не знаю, когда именно, но в какой-то момент все общение стало переводиться к этим символам. Я застрял в компьютере и долгое время был совсем один. Поэтому я переводил каждый символ, каждое слово, одно за другим, пока не смог все понять. Теперь, когда я на свободе и знаю их язык, я бы с радостью послушал все, что они хотят сказать. А он меня байтит, видите? Он байтит меня делать не то, что надо делать. Привет. О, привет, как давно к нам никто не заглядывал, ну кроме этих проклятых зурков, конечно. Представь, что было бы, если бы мы могли использовать их энергию. Пусть бегали бы в колесе. Такие возможности пропадают. Привет. Когда я вырасту, я хочу быть таким же знаменитым, как тетя Клементина. Кто это? Я хотел стать исследователем, как она, но взрослые запретили нам покидать рабовейник. Это грустно. Так, а это поэт, да? Да, это поэт. Так, Ребзи, есть что мне рассказать, поведать интересного? По статистике я должен был выиграть как минимум 8 раз. Блин, можно я еще раз залезу к ним на этот, на стол?
Было в прошлый раз весело. 9536 выигранных игр против 6 проигранных. Ха. Вообще-то я запрограммирован на победу в этой игре, только никому не говори. Ну ты жопа, ну ты жолик. На! Все, не скучайте. Блин, ну я же кот, я должен пакостить, ребят. Пакостничать. А ты знал, что у белой краски более 900 оттенков? Работа на создание своего оттенка краски, только никому не говори, все. Назову его мусорно-коричневым. Удачи тебе, дружище, у тебя отличная цель. Не останавливайся. У Мэй сейчас период деконструктивизма. Это она так говорит. Ага. Уверен, что она станет великой художницей. Если бы только одна могла практиковаться где-нибудь в другом месте. Обожаю запах свежей краски. Он напоминает мне о... Погоди. Я не могу чувствовать запахи, как грустно. Да, действительно, ты не можешь чувствовать. Что, зачем ты мне басни травишь свои? Блин, мне нужно туда, ребят. Мне срочно нужно туда, потому что здесь есть вот что. Ты довольна? Лапкой, лапкой. Оп. Ну как? Понравилось? Я могу еще лапками тут вот походить. Не оставляет следов, ой, как жаль. Точно не оставляет? И на ковре не оставляет? А, ну как тебе? Я понял с тобой. А че ты грустишь? Обожаю запах краски. Она кажется глючная какая-то. А, она показывает, что она грустит, потому что она не чувствует запах краски, понятно. Окей. Так, а кто-то еще был у нас там? По-моему, больше ничего я не пропустил. Может быть, какие-то воспоминания еще? Быстренько отбежим тут, посмотрим. Да вроде все чистенько. Хорошо. Блин, вот казалось бы, да, такой проект, он коридорный получается. То есть ты не можешь... выбежать за вот за рамки, да, здесь не открытый мир, но при этом он такой разнообразный, такой интересный, такие молодцы, прям вообще. Не устаю хвалить разработчика, прям кайфую от этого проекта. Прям очень-очень нравится. И очень-очень здорово, что у меня есть видеокарта, которая все это добро тянет на каких-то вменяемых настройках. Спасибо большое моим зрителям, которые собирали на мою карточку. Клементина, ты должен ее найти, надеюсь, с ней ничего не случилось. Так, я понял. Поднимись на вершину. Хорошо, я пошел на вершину. Паркур! Экстрим! Вперед! Так, тут я не могу, да? Начинаем дальше. Привет. Мало. Привет, дружище, как дела? У меня замечательно. Ты знал, что тетя Клементина научила нас выращивать особые растения, которые могут жить без солнечного света? У меня их огромная коллекция. Хочешь взглянуть? Вот только некоторых цветов не хватает. Каких тебе не хватает? Не хватает желтого растения, красного и точно фиолетового растения. Вот бы кто-нибудь мелкий и ловкий достал их для меня. Я постараюсь для тебя достать. Не, ну я тебе как бы могу показать, но это, наверное, не то, что ты хочешь видеть. Рыжую жепу и хвост могу тебе показать. Хочешь? Не хочешь? Ну ладно. Как хочешь. Я предлагал, не говори потом, что я не предлагал. Вот тебе, вот, вот тебе. Какой приятный звук. Хорошо. Привет, дружок. Скукота. Раньше здесь проводил занятия, мы узнали, капец, здесь все на Клементине, на бедной держится. Сколько всего интересного. Так. Есть тут чем потрясть, чем поинтересоваться, нет? Ни воспоминаний, ничего. Ну, хоть банки с вами разбили. Так, это вверх, та штука вниз. Вниз мне явно не надо. О, да. Это я люблю. А можно мне туда? Котик хочет туда. О, да.
О, да. Мое любимое занятие. На тебе. Каких тебе сам цветов не хватает? Сейчас подкину. Подожди, малыш. А что, все, нельзя, что ли, больше? Эх. Я не знаю, он когда скочит по этому всему, мне хочется улыбаться. Так, мы все правильно сделали, да, все правильно сделали. Клементина, открывай, я пришел. Куда это я попал? Какая-то заброшенная ТЭЦ. Использовать предмет. Ага, мы здесь можем с вами энергию, да? Нам нужна батарея, судя по всему. Ну, предмета у меня никого нет. Я могу туда огнетушитель вставить. Не думаю, что это поможет. У нас же здесь ничего не было, да? Что можно потрогать? Блин, я уже не помню, как было. А, вот, да, фонарь точно. И также его убрать, да? Нет? Да, нет? Нет? Да? А как убрать? Должны найти выход отсюда, я согласен. А, с Балтазар упомянул кого-то по имени Клементина. Она может нам помочь. Давай, давай. Возможно, это фотографии и символы на обороте смогут нам как-то помочь. Ух ты! Посмотрите, здесь какой-то поезд. Это станция метро, да? Как круто. Смотри, станция метро. Ого, я гений, ребята. Тупо гений. Совершенно забыл о существовании этого вида транспорта. На нем можно было доехать до любой точки города. Люди ездили на нем на работу. Я тоже ездил. Каждое утро, попрощавшись с семьей. О. Представляете, какой это кошмар, когда твой разум заперт в маленькой коробке. И ты помнишь свою семью, помнишь события, там, не знаю, как ты бегал, как ты дышал воздухом, и всего вот этого у тебя нету. Я понимаю, что ему нужно было время все это осмыслить. Я помню, я делал это для них, но их уже нет. Это было так давно. Да я тебе лапкой поглажу. Да я потрусь об тебя, помурчу немножко, чтобы тебе стало легче. Они хотели увидеть аутсайд, но разве это теперь имеет значение? Что с ними стало? Что стало со всеми? В любом случае, мы уже далеко от Мидтауна. Давай найдем эту, да-да-да, Клементину. У нас есть ее фотография, давай покажем ее некоторым из здешних компаньонов. Может быть, они направят нас по правильному пути. Давай. Да, мы какой-то большой кусок памяти восстановили, прекрасно. Есть здесь кто из здешних компаньонов? Может быть, что-то интересное в поезде? Заводи, поехали! Блин, я скучаю по московскому метро, прикиньте. Внутри это очень похоже на московское метро, снаружи нет. Внутри прям очень похоже. Ну, конечно, вот это уже в новых вагонах появилась, да, такая возможность двигаться по всему поезду. А вот эта часть больше про старый такой пол. Я не думал, что я когда-нибудь буду скучать по метро. Для меня это было самое отвратительное место вообще, которое может быть. Так, какие-то здесь есть... Нет, нет. Ух ты, ух ты. Оу, какая прикольная система, да, оповещение, что не заходите за красную линию. Мне нравится. Классно. Опа, а дадите что-нибудь? Не даете. А здесь? Не даете. Оп. Котейка, киберспорт.
когда есть возможность везде попрыгать. Как же не попрыгать, ребят? Так, что-то загружается. Куда он побежал? Псих. Привет. Ледок! Привет, ледок! Показать предмет. А что с переводом? Пообщались чисто, прям нормально. Так, Достоевский. Здесь так много книг. О, ты наблюдатель. Наследие теста Тьюринга. Этика искусства интеллекта. Я узнаю некоторых из книг. Я узнаю некоторых из книг. У меня было, может быть, некоторые из книг. Или я просто неграмотный чурбан. Помню, ничто не могло сравниться с запахом книг и перечитыванием страниц. Это было такое комфортное ощущение. Читать книгу — это как провести время с кем-то. Знаете, действительно, когда читаешь книгу, ты, можно сказать, проводишь время с автором. Когда играешь игру, ты проводишь время с разработчиками. А можно ее столкнуть? Ну котейка, ну что ты? Нужно было лапкой аккуратненько. Лапкой вот так вот. Оп! Все, что-то заиграло. Хорошо, тут какая-то тишина. Скорее всего, по этому проходу мы с вами потом как-нибудь двинемся. Банда, привет. Я тебе уже пятый раз говорил, Ёша, нельзя здесь бегать, это опасно. Я впервые вижу такого робота, ты такой пушистый. Я, да, пушистый робот. Давайте кое-что покажу. О, это девушка, которая находится в розыске, верно? Спроси кого-нибудь еще, я слишком занят, приглядывая за Ёшем, чтобы что-то знать. Ёш, знаешь что-нибудь? Ёш ничего не знает. Да ладно, коп? Серьезно? Пожалуйста, оставь меня в покое, я не тот, кого ты ищешь. Если тебе нужна Клементина, уверен, что она прячется в резиденции. Пожалуйста, представьтесь. Или вы сотрудничаете с нами, или нам придется отвезти вас в тюрьму и перезагрузить. Что? Не надо меня перезагружать, вы сдурели, что ли? Я же вам не робот. Я тебе сейчас написю на ногу, сам тебя перезагружу, понятно тебе? Короткое замыкание устроим, тоже мне деловой. Перезагрузить меня удумал. Здорово, мужик, ты что делаешь? Написать тебе на матрас? Слышишь, внизу то прилив, то отлив. О, да. А город преследует меня, дразнит. Романтик какой-то. О, Клементина. А, да, мы с ней общались, но она хотела уйти. Она летала как на крыльях и... Что, подождите, что ей... И улетела навсегда. Теперь она в розыске. Мне тяжело об этом говорить. Слышишь? То прилив, то отлив. У тебя кукуха, кажется, поехала. У тебя кукуха вот так вот, как котик. Как котик лапкой делает. Свистит фляжка, свистит. А тут что? Ага. Так, нам нужна Клементосиха. Мидтаун. Тут, я так понимаю, жили какие-то зажиточные
люди, роботы, которые сбрасывали отходы вот в нашу первую локацию, в которой мы появились. Обязательно нужно подрать диван, отметиться, обозначиться. Все как бы побыстро сделали свои дела. Теперь к разговорам, к беседам. Здорово, мужик. Вот я думаю, если завтра я заменю одну руку на другую, роботизированную руку, а послезавтра и вторую руку тоже, так? А потом и корпус и так далее, пока не заменю все части и не обновлю программное обеспечение. Буду ли я тем же роботом, с которым ты сейчас разговариваешь? Ну, если программное обеспечение заменишь, то, наверное, уже не будешь. По Клементосихе есть информация? Привет, что ты мне показываешь? Куча людей, которых я не знаю, думаю, они живут в огромном жилом здании дальше на окраине города. Делай с этим что хочешь. Блин, я тебе тоже хочу насать на ногу. Ты что такой грубый? Ты уже мне деловая колбаса. Всем написать на ногу. Прям в ПО. В душу прям. Так, ну здесь запоминать нечего, трогать тоже особо нечего. Правильно, правильно. 11 число сегодня, ребят, если что. Здорово. Все тут такие деловые, не поговорить ни с кем. Роботы бедные внизу мечтают подняться сюда. Так, резиденция. Ага, резиденция туда нам. Она в резиденции, да, магазинная улица, корпорация Нико. Пойдемте в Нико сходим. Чем они банчат, что делать? В корпорации Нико мы работаем день и ночь, собирая отходы и отправляя их вниз, где они перерабатываются и используют повторно. Да что вы говорите? Перерабатываются. Кстати, мы уже давно не получали новостей с нижних этажей. Я тебе расскажу, что там. Там жопа полная. Классная фотография. О, этот адрес на обороте. Первый символ улицы, а затем идут этаж и номер квартиры. Найдешь без проблем. А можно мне саму разглядеть этот предмет как-нибудь? Фотография Клементины. А можно наоборот глянуть? Найдешь без проблем. Капец. Я тоже хочу видеть. Паркур? Стартанули с паркура? Нет? Нет, не стартанули. Опа, перевести. Разыскиваю за Клементиной. Нарушитель порядка, аутсайдер, мятежник. Просьба сообщить, если увидите. Ага, вот так она выглядит, да? Клементосина. Ясно. Ясненько, понятненько. Все, я понял. Ребят, есть у вас чем потрясть? Ой, какой ты малыш. Так. Так. Прижался, прижался, котейка. Дайте мне растений там, нужно роботу. Прости, малыш, здесь нельзя играть. Завод корпорация не место для такого маленького пушистика, как ты. Доступ закрыт, но это ненадолго. Через несколько лет мы снова откроемся. Кажется, ты меня обманываешь. Классная фотография, а этот адрес на обороте. Улица, затем этаж и номер квартиры. Да капец, я не вижу оборота. Найдешь без проблем. Прекрасно. Так, туда я попасть не могу. Привет. Я занят, что ты хочешь? По щам бы тебе дать, вот было бы неплохо. Ты уже у меня занятой компаньон. Тебя зачем создали? Помогай давай. Работать. Ах ты жопа. Носы ему, носы, на ногу прям носы. Носы прям на ногу ему. Все, я в домике. Нормально. Оп, схоронился. Оп. Мне нравится, ребят. Фига себе, ты модная какая. Ждешь трамвая? Опа, здесь куртки, там все такое продавано. Тоже модное. Комок, это самый модный магазин в Мидтауне, но владелец постоянно на всех ворчит. Так. Давайте я покажу кое-что. А, кстати, фотография, это адрес на обороте. Все, я понял, с вами, короче, общаться бесполезно.
Ты один из тех молодых панков, которые целыми днями слушают громкую музыку. Ничего не трогай, не шуми, не проси ничего в кредит. Это кто? Их одежда выглядит ужасно. Если они хотят выглядеть модно, пусть заглянут ко мне. Так, окей, давайте покажем. А, ты ничего не сказал, да, по их поводу. Не хочешь, да, чтобы я крал куртку? Окей. Ладно, надо было сделать, пока его не будет. Все, он, кажется... Кажется, он теперь меня подозревает. Я думал, он ничего не видит. Мы аккуратненько сопрем, и все. Может, я померить хотел? Тоже мне. Ладно, мы что-нибудь другое украдем. А, мы можем сюда кассету вставить, да? Окей. Надо найти кассету, ребят, теперь. Может, тогда он мне куртку даст? Хоп. Блин, давайте по порядку назад спустимся. Ух ты! Прикольно. Так, менты ходят. Осторожней. Нам бы указатели не помешали. Так, банда, с вами, короче, болтать со всеми бесполезно, такое ощущение. Привет. Есть что поесть? О, пустые миски, классно. Чем я тебе могу помочь, шеф? Другой разговор, так бы сразу все бы общались. Ты можешь заплатить мне реальными деньгами? Нет. Но я могу поскидывать твои горшки. Как тебе такое? А вот такое тебе как? А вот это тебе нравится? Хе-хе. Нет, чтобы покормить бедного котика. Так, еще можно на потолок написать. Что-то нашел. Интересно наблюдать, как роботы имитируют работу и поведение людей. Здесь, похоже, продают бургеры и уличную еду. А я помню свое любимое место, куда я ходил, когда был человеком. Оно было маленьким и уютным, официанта звали... Не помню, вроде бы как-то на М. Мариарти. Или ты просто был дома на кухне и официанта звали мама. Это точно профессор? Может быть, школьник? Может, у меня не профессор со мной бегает, а школьник прикалывается? Так, ну, судя по всему, там пошоркаться можно еще по домам. Опа, опа, опа. А дайте я лапкой, лапкой. К сожалению, магазин закрыт. Я жду парней из службы доставки, но, похоже, они не торопятся. Что это за фотография? О, я ее знаю. Это на тех, кто одержим аутсайдом. Все, поговорили, да? Окей. Так, тут мы были. Опа, стоп. Перевести. Ежедневное меню сухой воздух и миска горячего масла высшего качества. Классно. Вот вам еще. Боже, сколько здесь всего, обалдеть. Вышибало.
Клуб закрыт, проваливай. Ты кто, полиция? Все ее ищут. Я ее не выпустил, если ты хочешь знать. Откуда ты ее не выпустил? А, не впускал, да, он имеет в виду? Я неправильно прочитал, да? Клуб закрыт. Ты кто, полиция? Я ее не впустил, если ты хочешь знать. Угу, не впустил он ее сюда. Вот зараза такая. Да блин, они больше не нажимаются. Мне нравилось на автоматы лапкой нажимать. Знакомиться будем, дворник? Ты был в городе внизу, у меня там был друг по имени Фифи. Я его уже целую вечность не видел. Все? Капец, поболтали. О, да. О, да. Ну давай. Давай, малыш, давай, давай, вперед. Какое хорошее место. Чтобы я только не отдал ради того, чтобы вновь почувствовать мягкость подушек или вкус прохладительного напитка. Этот дрон неплохой, но я скучаю по собственному телу, скучаю по чувствам. Я даже скучаю по боли и голоду. Я знаю, что это не поможет, но что, если мы задержимся здесь ненадолго? Спасибо, что выслушал меня, теперь я готов. Камера будет просто отдаляться, пока я дрыхну, да? Ну все, подъем. О, еще и потягуха. Нормалек. Так, ладно. С тобой мы поболтали. Где резиденция? Мне очень интересно. Привет! Торговец-мошенник на днях продал мне бракованный аккумулятор. Теперь он притворяется, что не слышит меня каждый раз, когда я пытаюсь с ним поговорить. Если бы не стражи, не стучащий патруль, я бы его на запчасти разобрала. Так он разрядился, ты чего? Ты чё, бычишь, что не видишь, что ли, что он разрядился? Ну ты бык, жесть. 2458. Эда код! Написано. Запомнили, ребят? Все запомнили? 2458. Я запомнил, если что. Что бы это могло значить? Я не запомнил. 2458. Чуть неправильно я запомнил, ребят. Это не тот год, который я запомнил. Сейчас разберемся, подождите. 2458. Я неправильно ввел, да, что-то? 2458. А, ну-ка назад. Два, четыре, пять, восемь.
Окей. Оу, ребята, привезли кое-какую одежду. Я пока поставлю на паузу. Для вас это будет секунда, а сам я отлучусь. Хорошо, все померили, ничего не подошло. Погнали дальше. На чем остановились? Продолжить. Ну? Так, я бы хотел, если честно, помочь им. Посмотрите, здесь с этой батареей разобраться. Очень бы хотелось. Может быть, здесь какая-то еще подсказка есть? Как бы мне его оживить? Слушайте, здесь написано код задом наперед. Может быть, 8542 попробовать? Ничего себе, меня осенило. 8542. О, да! Я долбанный гений. Проверить значок. Значок кота, ура, вау. Блин, как здорово, я уже собирался отсюда уходить, представляете? Так, ну я взял значок кота. Все? А как мне его зарядить? Вы прикалываетесь? Серьезно? Ну, блин, классный значок кота. Ладно. Ладно, значок кота крутой, крутой. Ну, блин, я хочу помочь ему. Я думал, здесь батарея будет. Дружище, а как мне тебе помочь? Да, у него low battery. Дружище, где мне тебе батарею-то найти? Так грустно. Так грустно и пусто на душе. Ты мне такой классный подарок сделала, я не знаю, чем тебе помочь. Блин, серьезно, здесь не было батарей? Как так? Так, ну я обязательно найду эту батарею. Давайте сбегаем по основной ветке, посмотрим, что. Ага, резиденция, нам туда. Блин, где бы батарею найти? Ух ты, боты-спасатели. Ай! Больно дерешься, блин. Окей. Так, и здесь, да, вот так вот все. Что-то хаваются. Окей. Привет! Все, я спать. Нормаляк. Нашел место. Моя кошка, кстати, тоже так ложилась на живот. Удобненько было. Так, ну все, я выспался. Спасибо, нормальная ты лежанка. Потягушечку тоже сделаю. Ребята, есть батарея у кого-нибудь? Привет. Я пытался скачать AIM-бота, чтобы стать лучшим в этой игре, но в итоге получил вредоносное ПО. Не знаю почему, но сейчас все выглядит странным. Да, все выглядит странным. А вот это вот видел? Классная фотография, кажется, я видел эту девушку раньше. Она искала информацию о всяких очень старых машинах. Странно. Хована. Так, я понял, хорошо, подожди, дай поиграть спокойно-то, блин. Человеку. Коту, точнее. Хоп. 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 Лапкой, лапкой. Хоп. Так, он постоянно по диагонали немножко, да, пасует? Да, тут он в одну сторону, то в другую как-то работает. О, есть гол.
Я освоил все игры, которые когда-либо существовали, но не могу понять, как работает это. Может быть, я не вижу всей картины, да однозначно не видишь. О, да. О, так тебе. Порядок нарушен, ура. Вот вам тоже. Привет. Не знаю, Тонин, мне почти все нравится. Так, с тобой конструктива не будет, правильно? Класс фотографии, кажется, я видел эту девушку раньше. Она искала информацию. Ясно, здесь все будут давать такую, да, инфу. А, бармен, есть какие-нибудь там мысли, пожелания? Тонин, любимый напиток масла, а твой? Ага, все понятно. Ребята заняты. Чего тебе налить, маленький сэр? В твоих маленьких глазах наш мир должно быть, кажется, огромным. Хотел бы я быть таким же крошечным, как ты, чтобы исследовать новые тайные места. Ха. Да ты романтик. Кажется, я видел эту девушку раньше. Она живет в резиденции, не так ли? Окей. Нам явно в резиденцию. И кто? Ты не будешь, да, с нами общаться, понятно. Могу что-нибудь еще? О, прикольно. О, да, блин, жалко, не разбилась. Вот это тоже надо. Нифига себе заправляется довольная краской или чем, каким-то дихлофосом. Этот вейпит, как правильно сказать, парит. О, прикольно, красивенько у тебя тут. Сейчас порядок наведу, подожди. Так, всякие картины, есть с чем тут ознакомиться, что-нибудь почитать, поинтересоваться чем-нибудь, есть что-нибудь такое? Для котов тут что-нибудь предусмотрено? Нет? Ну ладно. Блин, какой модный значок у меня теперь есть, кайф. Я стильный коте. Так-то лучше. Так, хорошо, Ребзи. Где ваша резиденция находится? Что происходит? Где я? Кто я? Нифига себе. Здорово, друг. Ты кто такой? Четвероногие, издающие милые звуки. Мне нравится эта концепция. Там сзади есть адрес, это же здесь. Угу. Судя по всему, мы находимся с вами в резиденции, ребят. В каком резиденции? Так, а выше подняться мы не можем. Я что-то нашел. Не-не-не, в ту сторону. Давай, ты прыгай уже. Ой. А что, все замерло? Все в порядке? Горшочек? Время остановилось? Что происходит? Жестко. Я кот, управляющий временем. Ну-ка, я еще так могу? Все, исчез нормально. Полтергейст. Угу.
Кажется, мы ее нашли, ребята. Эй, эй, спокойней! Я думал, ты стар, а не важно, кто ты. Стар. Чего ты хочешь? Сам ты стар. Показать предмет. Погоди, значит, Бальтазар наконец-то решил кого-то послать. Я полагаю, ты мой новый рекрут какой-то, ты маленький. Как ты вообще выжил в канализации? Кажется, находчивость тебе не занимать. Так и есть, это я. Я ищу путь в аутсайд с того момента, как ушла из рабовейника, но стражи всегда на чеку. Теперь, когда ты здесь, ты можешь мне помочь, следуй за мной. Блин, я бы очень хотел помочь тому роботу, который без питания. У тебя есть, может быть, что-нибудь такое здесь? Да, следуй за мной, конечно. Чем поживиться есть у тебя здесь? Лава-лампа. Так, блин, мне здесь нравится. Слушайте, я останусь, наверное, здесь. Я за тобой не пойду. Ты меня там ждешь или что? Дженджина! Дженджина-робот! Жди меня! Ты где? Куда следовать-то? Так. Клементосиха. Тоська, Клементоська, давай. Вещай. Уже давно разрабатываю план использования старого поезда. О, у меня даже есть ключи, чтобы его запустить. Вау. Чтобы привести его в действие, нам нужна лишь атомная батарея. Всего лишь. Я знаю, что у корпорации НЕКО на заводе есть один из них. Ой, может быть и поменьше есть. У меня есть агент, который может помочь нам внедриться в их ряды. А я не знаю его имени. Это робот в куртке-бомбере с золотой цепью на шее. Передай ему это сообщение. Получен новый предмет. Хорошо. Такому маленькому и быстрому, как ты, будет легко прокрасться на завод. И последнее. Не стесняйся обращаться за помощью. Город полон информации. Только держись подальше от стражей. Блин, Тоська, Клементоська, ну неужели у тебя здесь ничего нету? Ну, Тосечка. Ну, Тоська, ну. Ну, хоть что-нибудь. Ну, дай хоть информацию какую-нибудь там полезную. Или батарейку дай мне. Я хочу помочь роботу. Вообще ты бесполезная, конечно. Так, ладно, наверху ничего интересного не было. Пойдемте отсюда, получается. Слушайте, я ее прям на характере нашел. Видели, да? Ой, у нее даже ванна есть. Прикольно. Ему злодей здесь классно играет. Этот стоит, что-то пасет. Слушайте, а это не он случайно в бомбере с золотой цепью? Цепь есть, мужик? В белой, кажется, да, была речь? По-моему, была речь о белой куртке и золотой цепи. Какой-то, короче, сутенер. Давайте искать сутенера. Так, второй этаж. Я, скорее всего, такое ощущение, что спрячусь в такую коробку, Нико, и меня унесут прямо в этой коробке. Есть у меня такое подозрение. Они такие спросят, что в коробке, а робот скажет, типа, это ничего, там, батареи. Хоп. Хоп. Собственность корпорации Нико не открывать. Или Неко, как правильно, Неко, наверное. Ты забыл свой лист персонажа, что за лист? Я потратил целую неделю на подготовку сеанса. Прости, я забыл, куда пошел. Ладно, давай играть, я пойду в ту пещеру за мной. Так, я понял, геймеры. Пропавшие люди. Так...
Окей. А можно вниз? Есть лестница вниз где-нибудь? Кажется, это она. Слушай, а ты здесь чем занимаешься? Эй, тупица, может, тоже тебя видим? Мы тоже тебя видим. Порядки у него все? Опа, кассета. Эй, это наша кассета, разве ты не знаешь, что воровать нехорошо? Могу дать тебе одну, но придется кое-что сделать для танцоров Дженма, Мико и меня. Стражи установили 3 камеры наблюдения, чтобы следить за нами. Нам это очень не нравится. Поможешь нам избавиться от них? Так, 3 камеры. Я вижу только одну. А, вон вижу еще одну. И здесь, да? Окей. Давайте я попробую вам от них избавиться. Помочь. Вандал Джо в деле. Так, мы можем на нее написать? Хо-хо-хо. Хорош. Одна готова. Может быть, с верхней нужно было начать вот с этой? А то она меня заснимет, потом будут искать меня менты. Прекрасная, прекрасная работа. Блин, я бы знал, что с ними можно так делать, я бы раньше, они мне давно уже не понравились. Легчайше. Так, где там было? Спуск-то вниз. Угу. Отдавай кассету, там в баре музыка людям нужна. Молодец, не думал, что у тебя получится. Вот, держи приз, ты это заслужил. Кайфуйте, мужики. Я с вами. Послушай нашу песню, она тебе понравится. Главный зажигающий, да, вот этот вот, с громкоговорителем вместо головы. Все, кайфуйте. Так, и у меня появилась кассета, да? О, ты чьих будешь? Дрыхнешь? Дрыхнет. А куда мне нужно было ее отнести? Я уже забыл, я думал в бар. А могу лапкой вот это вот? О, да. Но! Вставай, давай. Что наделал? Посмотри, дрыхнешь, что ты сидишь. Пьянь. Гном пошел. Какой-то он реально набуханный. Дружище, а ты куда? Такой злой идешь. Масло перепел. Куда он идет, интересно? Так.
Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Опа, в куртке, в бомбере, в белом. Но я уже все, я уже под прикрытием, я уже в деле, я работаю. Оу, точно, музыка была в этом, где шмотки, я вспомнил. А, он меня туда не пускает, я понял. А так я могу там пошоркаться, понятно. Оп. Ясненько, понятненько. Сейчас что-нибудь сопрем, ребят, сейчас что-то сопрем. Давай, давай, шевелись. Я думаю, что происходит? Может, он мне повезет в этот Неко. Ага, тут коробка пропала. Окей. Так, ну, во-первых, я подеру вам ковер. Однозначно. Так, тут везде надо тоже нахулиганить. Ну, вроде как ничего полезного я больше здесь не вижу. Да, пойдемте, здесь вот что-то надо сделать лапкой. Оп. Оп. Так. И что мне это дает? Блин, не очень понимаю, что мне здесь необходимо сделать. Ладно, ладно, пойдемте кассету хотя бы отдадим. Ты с золотой цепью? Ты не с золотой цепью. Привет, трушок. Я тебе кассету принес. А? Развел как кролика. Я понял, зачем ему зло было. Все ясно. Хоть музыку нормально послушаешь. Знай наших. Так, хорошо. В бомбере с цепью. В бомбере с цепью. Давайте искать. Я не знаю, зачем я все это делаю. Блин, так обидно. Ты с цепью? Ты не с цепью. А ребята, у кого-нибудь есть батарея? Батарея нужна. Так, ну я приблизительно начал разбираться в этом городе. Почему я не могу туда запрыгнуть? О, хорошо. Поехали!
Давайте искать агента. Так, ты явно не из агентов. Стоп. Объявление. Если вы ищете собеседника, разбирающегося в поэзии, я живу за лифтом. Угу. Раньше у меня был бар, это было самое уютное место в округе. Пока я не получил отверткой в колено, теперь он закрыт. Это грустно. Может, этот парень меня и достает, но он мой единственный клиент. Пожалуйста, постарайтесь его не успугнуть. Окей. Батарейки нарисованы. Могу это забраться? Стоп. Вот сюда. Угу. Блин, капец, тут вообще прыгать нельзя. Мне так не нравится. Не подберешься, не проберешься. Может быть, здесь с другой стороны? Здесь кафеха, да? Может быть, он говорил про это кафе, что его отжали? Ежедневное меню, так, это мы видели. Шляпы нас не пускают. Что там нужно сделать, я не знаю. С тобой общаться можно? Нет, нельзя. Бомбер цепи. Цепи, бомбер, бомбер цепи. Так, тут эти ребята дежурят, стоят. Давайте попробуем его. Нет? Нет. Подсечка чисто. Теперь поговорим, нет? Нет. У меня так собака делает часто. Подсекает. Так, ты не агент случайно, борзый? Да, борзый агент. Откуда ты это взял? О, ты из аутсайда, мой агент. Я твой агент, да, поехали. Итак, вкратце про атомную батарею. Батарея питает завод корпорации НЕКО вон там, но его территория закрыта и усиленно охраняется. Они проверяют абсолютно всех и пускают только тех, кто там работает. У меня есть идея. Принеси мне куртку рабочего и каску рабочего. Я пока буду здесь, чтобы вычислить подходящий момент для прохода. Окей. Я понял. Там, где головные уборы, скорее всего, была каска. То есть куртку рабочего мы уже раздобыли. Зачем-то, я не знаю, просто мне захотелось ее спереть. У меня была такая возможность, я и воспользовался. Не судите меня. А, так, и нам еще нужна каска. Каска, каска, каска. Давайте, ребята. Слушайте, здесь был вход, я могу не ждать.
Вот так аккуратненько, хоп, зайти и поискать каску. Опа, вот же каска. Чур моя. Прекрасно. А этот браток где был? Тут? Да, нет, нет, да. Нет, ребят, кажется, не тут. В этот тупичок. Что-нибудь интересное есть здесь? Не наблюдаю. Блин, где эта улочка была? Потерялся Котя. Так, нет, не там. Я ухожу на работу пока. Пока, дорогой, осторожнее со стражами, они постоянно хватают без причины. Не переживай, детка, все будет хорошо. Так, ну ты идешь на работу или нет? Выходи давай. Он не пойдет на работу, ребята, он обманут. Вид делает, что он деловой робот. Ага, вот ты где. Стоишь, шифруешься. Да я принес уже. Отлично, эта куртка именно то, что нам нужно. Так. Но все еще нужна каска рабочего. Вообще у меня все схвачено, дружище. Отлично, каска подойдет. Сейчас приоденусь, может отвернешься. Да, конечно, отвернулся, капец. Нужны мне твои пропада. Отлично, немного тесновато. В талии, но сойдет. Ладно, не ной. Запрыгиваю в коробку, я пронесу тебя через проходную. Погнали. Я знал, что так и будет, ребята. Я знал. У меня не зря есть сбоку котик-голограмма, да? Не зря. Так, а они здесь перерабатывают мусор вот в такие кубики, да? Блин, жалко лишать их электричества. Если они занимаются переработкой. Так, кажется, мне пора, ребята. Так, наверняка этим штукам лучше не попадаться, начнут меня хейтить. Так, надо понять алгоритм действия. Он, короче, там осматривает. Потом возвращается. Идет по поверхности воды, да? Окей.
Так, а этот тут постоянно пасет. Лохобоище. Лохобоище, а. Так, этот вообще своими делами занят, ему не до меня. А вот тот напряжный. Давайте понаблюдаем за ним немножко. Я так понимаю, у него слепое пятно прямо вот за этими трубами. Здесь, да, у него слепое пятно. А мне куда, собственно? Давайте пока попробуем сюда проследовать. Ага, закрыто. А могу я прям на него запрыгнуть? Хорошо, не будем рисковать. Сделаем все аккуратненько. Я готов, забирайте меня. Там есть рубильник. Ага, я понял. Я все понял, ребята, я все понял. Хоп. 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 А что произошло, когда я рубильник нажал? А-а-а, привет. Понятно. Так, есть слепое пятно, да? Окей. А? Было опасно. Было опасненько. Она тонуть начинает. Нифига себе, лапки. Нельзя мочить лапки. Двигаться нужно быстро. Так, а это что за рубильник? У-у-у. Да, он частично и тут пасет, нифига себе. Мне туда надо вопрос? Как я собрался туда идти, если здесь все палится, все пасется. Нет, нам туда не надо явно. Привет. Мы можем туда сбегать, мы можем сбегать туда. Да я здесь, по-моему, был. Мне кажется, я здесь был. Thank you.
Окей, эти на той стороне спорят пока. Так, остался вопрос решить вот с этим, вот с этими лазерами. Ага! Это то, что мы ищем, ребята. Так как я вернусь туда? О, мне типа все нужно сначала или что? Что-то я не особо понял. Окей. Оу, может быть нам прокатиться надо? Да, давайте. Окей. Ты же меня не распилишь, да? Нет. Я хитрый кот. Стоп, мы туда не пойдем. Выкал. До самоуничтожения осталось 3. 2. Так, там есть такая же штука, да? Прекрасно. И пока что, знаете, не сложные, не замысловатые головоломки, но их приятно проходить. Да, блин. Что-то еще надо придумать. Блин, эту штуку бы как-нибудь туда поставить. Это 2, да? Нам нужен третий какой-то предмет. Робот, помогай давай. Мы пробрались на завод, да что ты? Атомная батарея должна быть где-то здесь, ты думаешь? Могу я насквозь проехать? Кажется, нет. Было бы неплохо, конечно. Так, ладно. Давайте еще немножко подумаем.
Так, лапкой здесь ничего не получается сделать, правильно? Правильно. Она так близко и так далеко. А могу ли я как-нибудь стул подвести? Тоже нет. Ага, а это открывает колбу, да? Колба должна быть 100% открыта. Секундочку. Колба должна быть открыта. О, я придумал. Ура! Я придумал, ребятки. Что-то лагает, что это лагает? Ой. Получилось. Быстрее уходим отсюда, пока не появились стражи. Клементина, мы должны отнести ей батарею. Покатушки! Хе-хе-хе-хе-хе. Так, Клементини, скорей. Блин, там не было батареи для того робота. Но, вы знаете, справедливости ради, не было и никакого взаимодействия, да? Так, а туда типа пройти нельзя, да? Думаешь, преступница охотится за моей коллекцией старинных карт? Хм. Скорее всего, да. Так, туда прохода нет, туда прохода нет. Что происходит? А что? Да, слушайте, мы же раньше сюда заходили. О, нормально. Так, а теперь здесь вот такая тема, да? Надо поосторожнее быть. Оп. Так, по-моему, вот это тот самый момент, когда нам нужно было текать. Ну ладно, давайте так попробуем. Легкие. Боты. О, здрасте. А вам кого? Так, этот стоит статично. Окей. Не, наверх. Осторожненько. Оу, закрыто, серьезно? Черт. Так я поднимусь наверх.
Спокойно. Мне интересно, что будет, если я попадусь. Это на него не сработало, да? Понятно. Баты. Клементинушка. Так, где наша Тина? Тина наверху, небось, да? Где наша Клементянка? Ребята. Я Тянку потерял. Мне игра дала всего одну Тянку, и я ее потерял. Черт возьми, а где она может быть? Кстати говоря, в прошлый раз эта штука не горела. Я что-то упускаю? Наверху ее не было. Зачем мне тогда показали верхнюю локацию? Зачем ее вообще создали тогда? Если ее наверху не было. Может, она там где-то дрыхнет, я ее не заметил. Музло у нее здесь такое хорошее играет. Свечи, все дела. Блин, нормальная тянка у меня. Может, придет сейчас? Вернется? Может, ее схватили? Самое ужасное, что, возможно, типа, там где-нибудь на старте говорили, что, типа, тут закрыто, ее схватили, и она сейчас в отделении полиции, скажем так. Вот, и мне нужно ее вызволить или показать ей эту батарею принести. А потом она мне скажет, сходи сюда, принеси мне какую-нибудь дрянь отсюда, вот, вот этот вот кристалл ей нужен. Надо почаще болтать с ними. Может, в ванной сидит? Просидит. Ты только что была здесь, зараза такая. Клементина? Ее здесь точно нет. Что это? Похоже на какое-то закодированное сообщение. Чтобы выяснить, что с ней случилось, придется поиграть в детектива. Смотри. Для B12 кота. Ответ кроется в моих вещах и еще 4 символа. Подпись Клементина, взгляни. Первое. Дымится, кристалл, лава-лампа и третье. Что за хрень? Thank you.
Нашел что-нибудь? Ничего не вижу, ты уверен? Так, во-первых, вот эта штука, да? Мои датчики могут обнаружить безвредные химические вещества только в газообразном состоянии. Они не могут воссоздать то успокаивающее ощущение, которое я помню. Как и я, компаньоны не чувствуют запаха, поэтому мне интересно, зачем они это делают. Под контейнером тоже спрятано сообщение. Запись здесь Ясса. Драгоценный камень средней ценности низкой чистоты. Кажется, свечение было добавлено искусственно. Может быть, это знак, чтобы могли найти что-то полезное? Бинго, сообщение. Я с Блейзером, да? Блейзер это кто такой? Я прям всех запомнил, охренеть. О, я тебя помню. В этот раз не сломался. Ха. Нашел что-нибудь? Ничего не вижу, что уверен. Не уверен я. А вон там лампа горит теперь, а раньше не горела. Пенси не имеет, что это такое, но его свечение завораживает. Прости, отвлекся. Я даже не заметил это сообщение. Здесь написано «Ночной клуб» с Блейзом в ночном клубе, да? Так, там была еще одна подсказка, но я понятия не имею вообще, где она, что она. Что здесь? Что-нибудь нашел? Ничего не вижу. Не, ну я понимаю, что они пошли в ночной клуб, но мне просто интересно. Третий предмет, собственно, это что? Какая-то странная штука. Унитаз? Нет. Свеча? Ну, мы понимаем самое главное, да? Давайте еще раз попробуем... ознакомиться с подсказочкой, значит. Где там ее записи были? А, все, только один раз можно было, да? Нормально. И это нечестно. Ну давай, вещай. Комиссина, можешь, чтобы ее найти, надо расшифровать. Наверное, надо. На данный момент мы имеем. Я с Блейзом. Ночной клуб. Интересно, что это может значить. Блин, очень странный какой-то предмет был. Непонятный мне визуально. Здесь проверять нечего. На кухне мы уже что-то нашли с вами. Здесь ничего не было. Мы проверили. Здесь была эта фигня, там наверху какая-то фигня. И все, ребят. Может, я что-то наверху упустил? Нет, это единственное, что здесь можно было. А здесь мы так ничего и не нашли. Странно, неужели эту локацию сделали просто так? Только чтобы в унитаз лазить, да? Понятно.
Необычная мебель. Все? Ага. Ладно, мы, короче, понимаем, что они пошли по барам. Эй, мы точно, мне кажется, здесь надо еще поискать. Дай подсказку, блин. Верни ту подсказку, которая у нас была. Слушайте, может, она в предметах есть? У меня есть только батарея, воспоминания. А, вот, да. Что это? Третий предмет. Что это за штука? Какой-то столик и какая-то фиговина. Ты же не понимаешь, что это. Лава-лампа, понятно. Эти два предмета тоже понятно. Вот это вот что? Нет, дружище, я так просто тебя позвал. Так, ну тут не было ничего, правильно? Обычная мебель. Что, простите? Странная вещица. Господи, серьезно, это конус был? Довольно забавно. Смотри, здесь что-то есть. Запись написана, приходите. Ты неужели нам все-таки нужно в клуб, да? Прикольно. Я с Блейзером, приходите в ночной клуб. О, отличная работа, лейтенант Кот. Ох, я лейтенант. Теперь пойдем найдем ее, времени мало, серьезно. Кажется, времени мало было, надо было обязательно найти вот это вот. Недостающее звено. Так, а есть здесь какой-нибудь этот телепорт туда сразу? Телепорт в виде ведра. Нет? Ну ладно. Я тогда сам. Вы все еще пасете, нифига себе. Мне вот этот весь путь опять преодолеть. А могу я сюда сразу спрыгнуть туда? О, здорово. Так, вспомнить, по кому они тут алгоритму-то действовали. А мне куда? Не туда, да? Получено достижение. Хитрокот! Ребята, я хитрокот! Хитро сделанный хитрокот! Так, тут у нас куртки туда-сюда. Где был клуб? Клуб здесь, да? Это не для тебя, уходи. Взятка не беру, я ценю свою работу. Что это такое? Так, с тобой мы не договоримся, значит, да? Хочешь по-плохому? Вот тебе. Получил? Вот тебе еще. Блин, ничего не происходит. Слушай, друзья, может поможете? Как попасть тогда? Вряд ли вышибало нас пустят. Эй, ребят, кажется, нам снова придется пробираться сзади. Через черный ход пойдем? Опасно, уровень грува 2%. Необходимо немедленно найти место для танцев. Сидит ногой, трясет. И знаешь же, этот клуб здесь полно позеров, но, по крайней мере, в нем нет стражи. Так, окей, пробираться сзади. Давайте узнаем, как это сделать. Я люблю пробираться сзади. Так. Ух ты. Привет. Тебе тут делать нечего. Ты же не хочешь заменить свои ноги на что-то помаднее, конечно, не хочешь. Так что, подожди, дружище.
А ты дай мне этот... Ты дай мне батарейку, пожалуйста, для робота. Там робот завис. Родичу твоему помогу, грубиян. Привет. Привет. Золотой такой, привет, как дела? Все? Я смотрю, у тебя все в порядке. Модный, довольный. Ага, секунда. Привет. Эй, ты как сюда попал? А, хочешь потусить с нами? Вот запрыгивай, иди выпей чего-нибудь. Мяу. Будем тут тоже, ребята, в теме. Разговаривать не хочешь? А если так? А вот так? Все еще молчишь? Окей. Хоп! Ха-ха! Стянул! Нормально живете? Слушайте, роботы, все у вас в порядке, чего жалуетесь? Окей. Когда я был человеком, мы с друзьями собирались и веселились всю ночь, даже если на следующее утро приходилось страдать от неприятных последствий. Я любил радоваться жизни, несмотря... Короче, бухать он любил. Несмотря на непригодную для обитания поверхность. И все, более убогие условия жизни под землей. И капиталистическую жадность таких компаний, как корпорация Нико. И полицейское государство, созданное стражами. Теперь я помню, зачем мы это делали. Что-то мы с вами поскипали, ребята. Хована! Хована! Все, мы ради этого здесь, наверное, да? Больше ничего здесь и не будет. Я думал, может быть, мы уже прям по сюжету продвинулись. А, стоп, подождите. Ага, понятно. Капец, а те бутылки тебе чем не воспоминания? Офигеваю. Ямщик, трогай. Прикольно. Привет, я хитрокот. Давай знакомиться. Привет, клиент. Доступ на VIP-балкон закрыт. Там какая-то частная тусовка. По-моему, его забронил парень по имени Блейзер. Ясно, нам на VIP-балкон. Я модный хитрокот. Роботы отжигают жесть. Всем привет, с вами диджей Мэтт Си, или Ки. Давайте зажигать. Первую песню запросил наш очередной сомнительный друг. Наш очень сомнительный друг, а не очередной. Блейзер. А вот так вам как? А что случилось? Когда я это сделал, что-нибудь случилось?
Такое ощущение, что что-то где-то открылось, а потом закрылось. Использовать рычаг. А что это? Не, батарейка туда не подходит аж. Сейчас замиксую по-жесткому. Чтобы ваши процессоры были разогнаны до предела. Я разогнался, давай. Поехали. Так, ну здесь явно можно будет что-то спереть, может быть, даже. Наркоман стоит чисто. Влево-вправо. Так, это называется танец Зигема какого-то. Так, а ты что скажешь, дракон? Тебе нравится моя маска? Я сам ее сделал, да? Крутая маска у тебя. Она глушит сканеры стражи и выглядит очень круто. Это клуб отстой. Я пытался пойти в дурацкий вип-зал, но меня выгнали. Можешь себе представить меня. А вот я и украл этот рычаг. Ради прикола. Если принесешь мне выпить, я дам тебе этот глупый рычаг. Мне он не нужен. Не хочу, чтобы меня с ним поймали. Так, ну держи. О, спасибо, друг. Вот, держи, как я обещал. Получен предмет. Рычажок. Идемте. Так, чисто для прикола, говорит, украл. Ну ты тип. Ага. Работай, диджей. Хитрокод в деле. О. Так, ладно, я не знаю, что это, но давайте понажимаем. Оп, лапкой. А что случилось? Вы что-нибудь заметили? Я не заметил ни хрена. А это? Хоп, лапкой. А это что делает? А, мне нужно себе тропинку, да, типа замутить. Я понял, секундочку. Ну-ка, верните эту штучку. Туда я перепрыгнуть не могу. Еще раз, это что делать? Только поднимает, опускает. Но не крутит, да? Так, это опустил. Это опустил. Это опустил. Че, меня спалили или че? Что происходит? Здорово, я VIP. У меня очень хорошие отношения со стражами. Я не понимаю, почему другие постоянно жалуются на них. Так, Раф с золотой рукой. Вот тебе. Будешь знать. Модные тапки у него тоже золотые. Смотрите на него, зажиточный. Оу, а ее тут связали, оказывается. Нормально тусите?
Это какие-то развлечения местные? Клементина, я тебе был лучшего мнения. Ты вон на что? Прекрасно. Двух зайцев одним выстрелом, ты не такой умный, как кажешься, котик. Впрочем, ничего личного, бизнес есть бизнес. Бизнес — это деньги. А я ценю деньги намного больше, чем дружба. А теперь они в вашем распоряжении. Ах ты ж... Ах вы жопы! Их робота отняли? Ну все, держитесь. Тем тапки носу. Золотые тапки в первую очередь. Изи. Легкие. Алькатрас. Нормально. Так, а эта штука двигаться не хочет, да? Хорошо. Спокойно, спокойно, ты мой маленький, спокойно. Ой, вкусно пахнет. Тюрьма. Серьезно? Спасибо, что подсказали, что это тюрьма. Капец, меня тут подвесили. За хвост. Так. Туда мы никуда сигануть не можем. Туда прыжок я тоже дать не могу. Так, и камера здесь не крутится никуда. Что самое странное. А смысл? Окей. Понятно. О, бешеный какой. Кота не закрыть замками. Нам бы еще Клементину найти. Так, а у меня и батарею, да, стыбзеля? Так, тут все чистенько.
голову оторвали. Я просто так, знаете, осмотреться, что здесь вообще происходит. Может, кого-нибудь освободить, с кем-то познакомиться, что-нибудь раздобыть можно. Где мое шматье? Где мое шматье с моими значками? Тут руки, ноги. Можно я ему кусь сделаю? А зачем мне сюда нужно было? Видимо, не зачем. Клементосик, привет. Привет, Тосечка, привет. Так, там ключики, окей. А мой робот где? Я все понял. А робот где, блин, мой? Где профессор? Мне нужен мой робот, я без робота не уйду. Где мой робот? Тоська, давай побыстрее. Еле телишься. Там друг мой, помогай давай. Я ни хрена не понимаю без него. Всем в тапки носу, всем. Опа, у нее сердечко сбоку. Татушечка. Тянка моя-то забитая. С татушечками. Меня любит.
Блин, из коробки осматриваться не очень удобно. Отлично. Один есть, который летает по всему периметру, да? Угу. Желтый. Мне обратно или нет, я вот не очень понимаю. Давайте попробуем вернуться, хорошо. Я уже не помню, как я его оббежал в прошлый раз. Вспомнил, кажется. Опс. 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 No. Жесткий, куда мне идти-то, господи? Так, я ее вижу. Но как к ней пройти, я не знаю. А, вот, вижу. Хорошо. Понятно, что они делают, когда попадаешься. Начинаешь шмалять по себе током. Привет, друг, живой? О, да, кайф. И значки мои на месте. Такое чувство, будто я снова оказался в ловушке компьютерной системы лаборатории в полном одиночестве. Ты вернулся за мной, не могу поверить. Ты хороший друг. Так рада, что мы снова вместе, но по-прежнему угрожает опасность нам. Нам нужно найти выход отсюда, может открыть вон ту дверь. Да, конечно, мой друг может все. Зачем роботу деньги? Чтобы в клуб заходить. Больше надобности нет никакой, да? Так, все, кажется, моя подруга зависла. Я ее поломал.
Ням-ням-ням-ням-ням, куда? Ха, испугалась? Так. Кажется, сейчас будем кидаться. Хрена себе, она вандал. Горячая девчонка. Подсади. Ага, спасибо. Класс. Так. Я пробрался, сейчас попробую открыть. Прекрасно. Стражи снова преградили путь, они сразу же меня заметят. Может, попробуешь заманить их в камеры и запереть там? Спасибо. Ну, конечно, я пойду. Заманивать не ты же. А где стражи? Видишь, вон того парня на земле. Его перезагрузили. Я не хочу потерять память. Мне так страшно. А как я его сюда заманю, собственно? Я своей жепой рисковать не хочу. Реабилитационный центр мне очень помог, мой разум прояснился, теперь я образцовый гражданин. Да, я вижу, тебе прям сильно помогли. Так, заманить. Единственная активная вот эта штука, да? Давайте где-нибудь пока спрячемся. Так, а он не двигается, да? А с внутренней стороны что, тоже? Открыть-закрыть просто? А, и я смогу выйти, да? Я понял. Так, где здесь я, если что, смогу спрятаться? Вот мне вопрос очень сильно интересует. Ладно, заманим, если что. Так, а сюда он типа не пойдет, да? Потому что закрыто. Окей. Мне нужно его сюда заманить, а потом типа... Что, типа свалить? Спрятаться, может, он пойдет исследовать? Идем. Ты меня не заметил, серьезно? Ты сломан или что? Вот же. А? Сиди там, понял? Думай над своим поведением. Как дела? Не получается что-то? Получай. Блин, всех нужно сюда заманить. Давайте всех сюда заманим. Мир станет лучше. Мы можем уходить, дружище. Ты свободен. Идем. Эй, не пойдешь? Ну ладно.
Пойдем, пойдем. Ха. Я понял, будем на живца, да, играть? Ой-ой. Я в кусты. Так, хорошо, а здесь есть где прятаться? Ну, блин, вроде как немножко есть. Стоп. Мы можем это закрыть. Но мне нужно забайтить обоих, да? Я так понимаю, если один забайтится, то и другой забайтится, правильно? Или нет? Нет? Ребята, нет! Я узнал, нет. Капец, он меня положил жестко. Это было жестоко. Да, нам нужно забайтить обоих. Сразу срубили. Хм. Прямо одно попадание и до свидания, да? Я был так близок! Далеко того байтить, нужно, чтобы он как-то ближе был. Слишком далеко бежать. Этого-то легко забайтить. А! Лузеры! Сидите там! Ржавейте! Друг, вставай, все хорошо. Идем на выход. Амнистия. Пушистая амнистия. Идем. Молодец, что запер стража. Мы должны вернуть себе былую силу. Да. Нас станет много, мы их сейчас всех там отмудохаем. Они у нас сейчас получат. Эй, ты чего? Там еще были ребята, ты ж... Ладно. Серьезно, мы их просто оставили и все, и заперли? Начеку, это еще не конец. Хорошо, давай. Долго ковыряться будем пальчиком? Я не пойму, это баг или что? Че он так долго? Влезай давай. Ничего без меня не можешь. Дверь — это единственный способ выбраться из тюрьмы. Согласен. Думаю, ее можно открыть из центра управления вон там. Давай. Надо придумать, как в него попасть. Не мешало бы осмотреться. Угу. Так, ну пока она нам активно помогает.
Нет. Мы с вами сейчас вот что-нибудь найдем. Опа, я по деревьям лазить могу, да? А, ну самое время, конечно. Согласен. Нам повезло, кто-то оставил ключи, да, представляешь? Прыгай в кузов, так. Поехали. Окей. Осторожней. Так, видимо, нам надо поторопиться. Она меня кинула, серьезно? Она меня просто кинула! Привет. Боже, ну она кидок, я просто в шоках. Видели, как она меня бросила? Они сразу на меня переключаются, какая-то жесть. Как я там должен пробежать, я не пойму. Поехала тебе по своим делам, нормально. Сидит в машине, что они тебе там этим током-то сделают? Стой, Джепа! Какая бессовестная. Я все равно люблю ее. Горячая штучка. Было не так, было не так. Я там сзади еле-еле выживал, как мог, блин. Нам не выбраться, пока стражи у нас на хвосте. Я могу отвлечь их ненадолго, но тебе нужно идти. Манифест аутсайдеров гласит, мы должны попасть в аутсайд любой ценой. Я его написала. Теперь ты один из нас. Цель не в том, чтобы все добрались до аутсайда, но один из нас должен это сделать. Получен новый предмет, ключи. Иди скорее, я сохраню тебе, тебя в своей оперативной памяти, маленький аутсайдер. Это так грустно. Не трожьте мою тянку! На них. Так, а мы здесь уже были, да? Интересно, все ли я получил там, что мне нужно было получить? Возможно, нет. Так, а где мне нужно использовать этот ключ теперь? У меня есть батарея, у меня есть ключ.
Так, батарея. Батарея где-то там была. Угу. Дякую. Сейчас покатаемся. Я готов кататься. Поехали! Центр управления. Я ничего не вижу. А почему я никуда запрыгнуть не могу? Ясно, там просто не нарисовали ребята, видимо. Привет! Какой ты новенький, красивый, чистенький. Привет, чем я могу тебе помочь? Боже, как вежливо. Совершить диалог. Видимо, это знаете, где самые... Ой, как тут чистенько и хорошо. Ух ты. Я стою здесь. Миску молока мне, пожалуйста, и кисок. Здравствуйте, житель города крепости 99. О, это город-крепость. Прикольно. Занимаюсь перекраской этой зоны. Пожалуйста, будь осторожен, краска еще не подсохла. Хорошего дня. Хорошего дня, спасибо. Так, это как раз таки место, где типа самые богатые, да? Привет. Приветствую тебя, житель города крепости. Дверь, ведущая на поверхность, заблокирована в рамках режима изоляции. Если у тебя есть какие-либо пожелания, пожалуйста, обратись к любому сертифицированному инженеру в центре управления. Хорошего дня. Мне тут нравится. Ух ты, это как раз та крышка, да, которую называли звездами. Мои друзья еще там. Сидели тут своими богатыми жопами в богатых креслах. Блин, хочу себе домой такое кресло зеленое. Красивое, черт возьми. Сезам, отдайся. Центр управления закрыт каким-то протоколом безопасности. Написано, что вход разрешен только людям. А еще написано, что я не считаюсь человеком, и это оскорбление протокола безопасности. А может быть, если будет работать, будем работать сообща, то сможем открыть проход. Давай. Я готов начать работать сообща. Слушай, ты... Ну, подскажи хоть, что делать будем. Можем сходить в туалет, делать вид, что мы люди. Стоп. Тут что-то есть. То, что я не могу нажать. Прекрасно. О, я помню такую штучку. Только зачем она мне? Шевели помидорами. Что теперь? Кухан все равно не работает. Хм.
Сейчас, подожди, я лапкой починю тут все. Пошла, жаришка. Починил. Это работа сообщая, называю. Все, теперь точно починил. Работает все исправно. Центр управления городом, отсюда они контролировали все, и он пуст. Я помню, как сильно их ненавидел. У них было все, чистое пространство, безграничная власть, свобода передвижения, но их это не спасло. Чума, теперь я помню. Все умирали, они считали себя выше этого. Они ничего не сделали, чтобы нам помочь. Я видел, как умирала моя семья, чувствовал себя беспомощным. Я не мог ничего сделать, чтобы их спасти. Зато я могу помочь тебе. Мы все еще можем пойти в аутсайд вместе. Я сохраню память о человечестве и людях, которых любил. Зачем они такую трогательную игру сделали? Какая-то просто яма. Вот вашим кружкам, получайте. Вот он, главный компьютер. Похоже на компьютер советских времен. Главный компьютер. А по данным центральной ВМ, здесь уже много лет никого не было. Весь город застрял в давнем цикле блокировки. Если мы отключим его, то сможем уйти. Нужно подключить остальные системы к сети. В этих компьютерах хранятся необходимые нам данные. Нужно их включить. Пока ты не занимаешься, я поищу пароли и зашифрованные ключи, чтобы попасть в систему. Так, я должен все включить, да? Так, хорошо. А как я буду все включать? Где-то есть кнопка вкл. А, все, я включил, все, понял. Прекрасно. Ха. А, это я выключил, нельзя выключать. Стоп, все включить. Лапками. Хорошо, там у нас все включено. Ну, спрыгивай, Котя. Так, стоп. Это мы включили. Все подрубил, ребята. Сработало, молодец, дружище. Нашел. Что нашел? Я знаю, как открыть город. Поехали. Что-то здесь не так. Погоди, может быть, есть другой способ? Система заблокирована. Вот рабочая станция, чтобы открыть город. Но нужно преодолеть несколько уровней безопасности, иначе ничего не выйдет. Теперь сделаем то, что мы умеем лучше всего. Я взломаю компьютер, а ты кое-что уничтожишь. Это я могу. Thank you.
Так, не похоже, что ты занят взломом. А я уничтожением. Что-то совсем не похоже. Так. Поехали. Блин, у моего друга был кот дурак седой. Был полностью черный, но седой ужасно. Потому что он постоянно грыз провода. Он грыз телефонный кабель, его било немножко током, он прям дергался и кайфовал от этого, и дальше все равно грыз. Молодой был котик, ему там года 2-3, и уже, короче, начал сидеть, уже постоянно било током. Система потребляет больше, чем я ожидал, так. О нет, мы должны двигаться дальше. О, да. Так, хорошо, это мы сожрали. Есть еще где-нибудь здесь возможность что-нибудь испортить, чем-нибудь испоганить? Секундочку. Вредитель в деле, ребята. Отчаянный, конечно, кот у меня. Так, хорошо. Чисто. Так, ну здесь просто кафетерий. Здесь, я так понимаю, нечего... нечего вредить, нечего ломать. Может быть, там что-то есть? Связанное с проводкой, нет? Увы, нет. Хорошо, ребят, у меня закончилась память, пришлось немножко подчистить. У нас там будет вклейка, надеюсь, все сработает как надо. На чем мы с вами остановились? Два замка мы открыли. Но я больше абсолютно ничего не вижу, где мы можем что-нибудь повредить. Вы видите? Если мы будем компы отключать... А, они уже не отключаются, да? Ясно. Может быть, кофе разбить? Кофе здесь и нету нигде. Все уже давно подсохло. Хорошо, давайте по проводам. Провод идет сюда. Наверх подняться я не могу. Тут мне показывают, что один лок снят. Все чистенько. Только один. Почему я могу туда забраться? Ух ты, за мной камера следит, серьезно? И здесь? Ага, кажется, я что-то нашел. Привет. Пока. Ты все еще следишь за мной, да? У, гадина. Держись! Не переживай, я смогу перезарядиться, как только мы откроем рабочую станцию. Я надеюсь. Мне не нравится то, что ты дымишься.
Кажется, этому маленькому телу конец. Ничего, все будет в порядке, просто отнеси меня на рабочую станцию, мы можем отключить сигнализацию. Ну вот, мы в безопасности. Я вспомнил фильм старый про Флаббера. Помните? Кто помнит, плюс в комментариях. Слушай, я должен тебе кое-что сказать. Я знал, что для отключения центральной системы управления городом потребуется огромное количество энергии, больше, чем может выдержать выдержать тело этого дрона. Но теперь, когда система безопасности отключена, я могу перехватить управление и открыть город. Перехват контроля над системой может уничтожить мое ПО. Но я сделал этот выбор, когда подключился к первому компьютеру. Я знал, каким последствиям это может привести. Мне жаль, что мы не увидим аутсайд вместе. Я думал, что мне нужно сохранить память о людях, сохранить прошлое. Но я вижу будущее в компаньонах и в тебе. Позволь мне снять это с тебя. Ты был моим другом, самым лучшим, о котором я мог только мечтать. Спасибо. Ты тоже был хорошим другом. Давай заберем его с собой. О, их солнышко душит. Вау, класс. Ха. У тебя еще есть солнечные батареи. А с этими что случилось от солнца? Они же тоже роботы просто. Давай, друг. Я не могу его забрать с собой, да? Я могу только прилечь рядом. Это очень-очень грустно.
Нет, я не могу его забрать с собой, капец. Так, какое-то питание осталось еще? Я с ними общаться теперь не могу. Ха, еда. Тема, солнышко, тема. Это, ребят, было очень классное и доброе приключение. Спасибо большое разработчикам за такую крутую игру. О, а что это было? Намеки на продолжение? Может быть, он как-то подключился к системе и выжил все-таки? Я не жалею ни одной минуты, которую я провел в этом мире, да? Под землей. В изоляции, с роботами. Это было круто. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, замечания. Буду рад с вами как-то общаться. Делитесь впечатлениями, понравился проект, не понравился. Хотите побольше чего-то подобного прохождений или нет. Пишите свои мысли, друзья. А я пошел отдыхать, пошел есть. Очень, очень грустная и очень трогательная история. Пока.